Эта аллея вскоре пополнится новыми деревьями. Сегодня для них подготавливают место. В эту субботу в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» здесь, на улице Марии Рубцовой, местные жители высадят вишни, яблони, липы. В таких масштабных акциях по озеленению они принимают участие не первый год. Ну, наши жители в том году очень активно откликнулись. Было очень много жителей, вышло на эту акцию. Мы только в наших двух дворах, как я и сказал, по 5-7 дому, посадили более 110 деревьев. Это были яблони, были вишни, кустарника не было, но достаточно было активно. Сажали, дети вешали таблички, кто посадил, какая семья. И в этот раз возле каждого саженца установят специальные таблички с QR-кодом, на которых будут нанесены фамилии людей, принявших участие в высадке. Всего в микрорайонах городского округа Химки высадят около 6 тысяч деревьев. Для них по определенным критериям выбрали около 40 площадок. Есть норма высадки, да, это удаленность от жилого фонда, от там проезжей части. Вот. Также смотрим, где проходят коммуникации. Делается разметка, готовятся лунки. В день высадки подвозится посадочный материал и инвентарь. Саженцы, экипировку, инвентарь выдадут. Принять участие в акции может любой химчанин. Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии 8 495 902 60 12.